Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с критикой повышения цен в аптеках на противовирусные препараты на фоне вспышки нового типа коронавируса. Непонятно, почему дистрибьюторы, аптеки делают все, чтобы на волне паники повысить цену на важные препараты, те, которые пользуются спросом у нашего населения. В целом, за эту неделю рост цен на такие препараты, как орбидол, ингавирин, кагацел, вырос на 27%. Наживается опять мафия. Поэтому я сегодня направил запрос в Роспотребнадзор, в Росздравнадзор, чтобы такие аптеки были проверены. И в целом нельзя играть на такой панике у нашего населения. Мы делаем неправильные выводы и, к сожалению, год за годом повторяем один и тот же сценарий. В редакцию независимого телевидения Севастополя уже поступают звонки от возмущенных горожан. Люди сообщают, что в севастопольских аптеках резко выросли цены на медицинские маски.